Всем привет, с вами Владимир Шемет, и сегодня у нас 21 мая. И сегодня настал тот день, когда мы узнаем, кто выиграл подарок, Powerbank, видео, топ-10 самых лучших отелей в 2021 году для отдыха в Египте в Шарм-эль-Шейхе. Итак, значит, у нас всего есть 76 комментариев. Напомню, что условия розыгрыша были указаны в описании к этому видео. Вот эти условия, то есть нужно было быть подписчиком на мой канал, нужно было написать комментарий и нужно было поставить лайк. В общем, собственно говоря, условия несложные, и тут мы имеем 76 комментариев, но не все комментарии принимают участие в розыгрыше, потому что, смотрите, значит, всего участника у нас принимает участие 40. Часть комментариев, которые есть к этому ролику, это мои ответы, либо там переписка, вот, либо которые, ну, вообще никакой темой не относятся к условиям розыгрыша. В общем, смотрите, мы имеем 40 участников, которые принимают участие в розыгрыше подарка. Как я и говорил, мы будем определять это рандомно, то есть есть сайт random.org, и тут мы вводим наше количество участников, которые принимают участие в розыгрыше. Итак, 40 участников. Мы нажимаем создать и получим случайное число, которое соответствует, ну, в данном списке определенному участнику. И, соответственно, под этим номером будет победитель, то есть тот, кто выиграл этот подарок. Итак, смотрим, кто это у нас. Это у нас номер 12. Переходим в список участников и смотрим. Это у нас Валентина Василенко. Итак, мы отмечаем. Поздравляю вас, Валентина Василенко. Вы выиграли подарок Powerbank. Давайте посмотрим, какой комментарий вы оставили. Итак. Спасибо, коротко и ясно. Бывала в Штайгенбергере и Султан Гарденс. Все напомнило о этих временах. Ну что ж, Валентина, вы оставили отличный комментарий, то есть реально, как бы, который соответствует условиям, потому что все равно я много комментариев включил в розыгрыш, которые, ну, не сильно они как бы отображали условия, которые я писал в описании к этому видео. Но вот ваш реально комментарий, он реально соответствует тем условиям, которые я писал под этим видео в описании. В общем, еще раз поздравляю. Смотрите, значит, информацию о том, как получить ваш подарок, я напишу, в принципе, под этим видео в комментарии. Смотрите, вам нужно будет написать мне на электронную почту. Вся информация, ну, то есть адрес электронной почты будет у вас в комментарии с результатом розыгрыша, то есть там, где я напишу, что вы выиграли Powerbank. В общем, на этом все, друзья. Спасибо вам за внимание, что вы смотрели мой ролик в топ-10 самых лучших отелей в Шарм-эль-Шейхе. Они реально самые лучшие, потому что, несмотря на некоторые моменты, которые есть в этих отелях, которые большей части относятся к природной части этих отелей и, собственно говоря, ну, не зависит, не влияют на качество этих отелей, это есть некоторые нюансы по данному топу. Но, увы, как бы, все-таки инфраструктура и сервис в отеле тут стояли на первом месте, ну и некоторые нюансы кораллового рифа тоже брались во внимание в данном топе. В общем, друзья, еще раз благодарю вас за то, что вы смотрите мой канал, за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы оставляете и пишете комментарии, вопросы. В общем, участвуете в развитии моего канала. Желаю вам самых лучших впечатлений от всех ваших путешествий. Ну и до новых встреч. Пока-пока.